Долгие годы уникальный памятник археологии никто не замечал, хотя совсем рядом жилые дома и автомобильная трасса. Именно во время ее строительства грот обнаружил местный краевед Андрей Кизилов. В прошлом году он провел первые пробные раскопки. Результаты ошеломили. 15 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Поздний палеолит, то есть здесь жили кроманьонцы, то есть люди, похожие на нас. Только, может быть, не бритые и не расчесанные. Пещера ориентирована на юго-восток, то есть первое утреннее солнышко. Сразу, как говорится, согрелись, собрались и пошли на охоту. И она теплая, она непродуваемая. Открытие сочинца заставило собираться в командировку ученых из Петербурга. Археологи из Российской академии наук получили деньги на раскопки от государства. Что-то подобное на побережье Кавказа находили около полувека назад. Грот в ущелье Ахцу, вблизи Красной Поляны, теперь дополнит картину быта и нравов каменного века. Его историю можно прочитать по слоям породы. Вода, в которой была сильно насыщена и звездкой. И люди здесь не жили. Но хотя находки в этом слое тоже есть. Скорее всего, это переработанный сам верх вот этого черного. Это самый интересный, самый мощный культурный сам слой. Вот здесь в стенках находки. Вот изделия, кость. Еще кость. Кремниевые орудия, зубы и кости древних животных. Эта земля хранит в себе еще много тайн. Первые находки отправятся в Санкт-Петербург для дальнейшего изучения. Тогда и можно будет судить о точном возрасте стоянки кроманьонцев. Но раскопки продолжатся в будущем году. Как долго они продлятся, зависит от финансирования. При удачном стечении обстоятельств через несколько лет в Сочи, возможно, появится новый объект для экскурсии. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.